Это история о том, как мы с командой решили поехать на самый север, чтобы посмотреть северное сияние. И у нас будет только 2 дня на то, чтобы его увидеть. Большая вероятность увидеть северное сияние, с учетом того, что по прогнозам его нет на наши даты. Этот видеоблог хотелось бы начать с благодарности Volkswagen, что они нас в последний момент выручили своими автомобилями. И поэтому мы едем в Финляндию на машине Volkswagen. Ура! Здорово! Здорово. Куда? Здорово. Серёж. Здорово. Привет. Ты как будто не спала, еле да? Ползет. Мы пакуемся и едем по платке в Питер. Обращать внимание на то, что... У меня... Еще второй на неделе. Да, вот, да. Дорога до Санкт-Петербурга, а затем и до Финляндии ничем не примечательна, поэтому пропустим этот этап и лучше познакомимся с нашей командой. Тот, кто собрал и замотивировал нас в эту поездку, это Юра. Снимает он все на дрон. Это Сережа, фотограф и видеограф. Миша, видеограф. Сергей, блогер, фотограф. Рустам, тоже блогер, фотограф. Ну и наши модели и помощники. Оленек, блогер и фотограф. Даша, Ира, Алсу и Тахир. Да и, по-моему, все. А, ну естественно и я. С командой мы познакомились. По сценарию мы уже приехали в Финляндию. А хотя стоп. На середине пути, пока мы ехали до Санкт-Петербурга, мы открыли для себя круиз-контроль в автомобиле. Руль поворачивается, да? Да, поворачивается. Я, охренеть. Руль сам. Примите рулевое управление. Ага. Прикольно. То есть она тебе... Полностью на... Сама ведет. Все, все с камеры. Тачка едет сама. Не трогаю ноги, в принципе, руки. Можем водителя в следующий раз в виде Ира не брать. В смысле? Обалдеть. Короче, машина рулится сама. Это прекрасно. И это мы только поняли на середине пути, как обычно. Хорошо, что не в конце поездки. А теперь мы приехали в Финляндию. Сколько нам потребовалось, чтобы доехать до сюда? Блин, это тяжелый вопрос. Блин, да, это надо считать. Подождите, подождите. Ну, в смысле, 12 выехали. Мы выехали в 12. Да, да. Сейчас 10. Нам потребовалось 10 часов. 10 часов. Но мы поели. 10,5 часов до границы. И мы... Ну все. Мы целый день ехали, мы добрались до Финляндии. Сейчас заселяемся в отель, спим. И завтра еще целый день едем опять. Непонятно куда. На самом деле мы все собрались на то, чтобы посмотреть северное сияние. И самое главное, это нам его снять. Вот так вот. Что, не впускают нас в отель? Уезжаем. Не впускают нас в отель. Слушай, мы полчаса уже пытались попасть в наш первый отель. Это и та? Вон там пытаются открыть бокс с ключами. Много. А мы, как я понимаю, нифига не делаем, да? Для того, чтобы у нас что-то было. Ну, типа... В смысле, мы блок снимаем. Блок, а, ну... Слушай, да, в принципе. Как тебе блогерская жизнь? Ты такой ждал? Слушай, мне очень нравится. Вот тут первое интервью, в принципе. Всем привет. Момент северного сияния не намечается, но это пока что на данный момент. Сейчас сильная Гренландия, а вот мы приедем куда-то сюда. Это Исландия, Фареры, а мы едем вот сюда. Пока что северного сияния там нету. А день назад что было? День назад было круто, и
два дня назад. Сейчас я покажу даже пост. Вот этот пост сделан два дня назад фотографом каким-то. И это было именно там, куда мы направляемся сейчас. Так что будем надеяться на лучшее. И поэтому вообще есть вероятность, что мы собрались ехать только ради северного сияния, а его вообще может не быть. Мы добрались до нашего отеля, в котором мы будем находиться 3 дня. Ребята пока решают, что мы будем снимать завтра, сегодня. Потому что у нас один день, когда мы можем снимать две тачки одновременно. Сейчас будем решать. То он едет вот так. Да, да. Это контуш, у тебя снег из-под доски вылетает сюда, в сторону. Не, я понял. Подожди. Ты а сейчас сказал? А дрон получается прямо над головой уже практически летит? Да. Важный момент. Да, нет, ты сказал то, что... Он боком должен лететь. Да, я поняла. То есть он должен боком лететь. Да, он летит. Все, он, да. Быстрее. Можно вот болезнь. Так? Да. Просто по диагонали. По диагонали вообще топ. По диагонали то реально топ. Трасса проходит через туннель, а сверху идет трасса. Ну, типа машина едет и проезжает сноубордист. Ты хочешь влететь в туннель, что ли, сейчас? Начинается. Ну, в принципе, у тебя же лазер. Ну, кто-то у нас пытается влететь. Да. Ну, смотри, вот если мы сюда, короче, завтра, вот в этот район и отель, с которым можно и снять, и это, и это, и все. Короче говоря, мы поняли, что у нас завтра буквально 4 часа, чтобы снять две машины. Потому что у нас только завтра будет две машины одновременно, потом мы разделяемся. Вот. И возможности поискать сейчас. Мы решили взять это на себя с Ирой. Этот вопрос. Доброе утро. На улице минус, наверное, 17. Вот, вчера выяснили, что эта камера на холоде вырубается очень быстро. Так что, сорян, если с этой камеры будет очень мало всего на видео. Но места, конечно, потрясающие просто. Просто вау. Итак, я решил минус 20 потестировать, как эта штука будет себя вести в воздухе. Ты далеко не улетай, вдруг. Чё? Итак, мы приехали на первую локацию, которую мы нашли с Ирой вчера. Вот как сейчас это все выглядит. Мы уже сделали трос. Сейчас будем снимать, как Тахир едет за мультивеном на сноуборде. Холодно. Красиво. Снимаем. Таха полез за спортдроном, который упал. Нашелся, красавчик. Испробовал финского снега. Давай!
мы замерзли. Юр, как дела? Я не чувствую рук. Я передаю камеру Тахиру. Давай. Все, снимаешь? Сейчас ребята снимают кадр. Один. А я за рулем. Через 300 метров плавный поворот налево. Так ехать. Так и езжай. Ого! Очень красиво. Ты идешь в бар? Холодно, снимаем. Ты идешь в бар? В бар. Ну вот он впереди. Здесь есть бар. Вот. Мы находимся сейчас в ледяной пещере. Так круто, просто. Эмоции такие детские, смотрите. Просто куда-то ушел. Место достойно того, чтобы его посетить, но жить здесь... Ноги у меня отмерзли, а так, в принципе, хорошо все. Погода ясная, такая приятная, я бы так сказал. Уже просто ничего не чувствуешь, поэтому тебе кажется, что тебе не холодно. А линия фирма, если не в минус 30, может быть, это даже и интересное занятие. Вот, а в минус 30 это перебежки между одним домом и вторым и пыткой просто на морозе. Сейчас ему будет норм. А вырвался коптер или что? Не, на самом деле ничего не вырвалось, просто готовлю к этому заезду. В этот день наша группа разделилась, потому что часть группы хотела посмотреть на китов, ну а мы поехали за северным сиянием в Норвегию. Подниматься, найти дрон. Упал где-то процентов один, что я вообще найду. Скорее всего, он упал за скалу. Там вообще нереально поднять. Я не расстраиваюсь ни в коем случае. Это бывает опыт. В следующий раз буду более аккуратный отсматривать моторы, ну и это урок на то, что в зиму летать так себе. Так, я сейчас случайно зашел на сайт какой-то, и походу над нами сегодня будет северное сияние. В этот день у нас была возможность увидеть северное сияние, но проблема была в том, что все небо было в тучах. Я случайно проснулся в 6 часов утра и по программе посмотрел, что у нас есть северное сияние. Мы сейчас с Рустамом отъехали от нашего домика, сейчас поставим на выдержку, посмотрим, может, все это и будет. Когда мы сделали пару фотографий, мы тоже ничего не увидели,
Но потом Рустам решил повернуть фотоаппарат в другую сторону. И... Рустам, что, мы нашли его, блин? Прикиньте. Это просто покажи фотку. Для нас, для глаза, все это выглядело вот примерно вот так. То есть никак вообще, но это круто. Полярное сияние мы краем глаза увидели, да, только на камере, но это просто охрененно, когда мы увидели этот кадр. Мы его с Русом увидели. В итоге из 11 человек увидели его сколько? Такая, мы только что посмотрели по прогнозу, и похоже, у нас будет северное сияние. Проблема заключается в том, что через 12 минут Apple карты пишут, что дорога просто закроется. И дорога действительно закрылась. И поэтому нам надо будет делать большой крюк, чтобы попасть хотя бы в Швецию. Соответственно, у нас будет возможность увидеть северное сияние еще раз и во всей красе. И только сейчас мы его действительно увидели. Сначала вот так, потом еще ярче, и сияние уже было видно невооруженным глазом. Ну а потом нам удалось наблюдать маленький, но очень яркий фейерверк в нашем небе, попасть на который нам просто повезло. Call in, I'll run to you.